Два десятка новых памятных знаков. На блестящей медали четко читается надпись «Парад памяти». Первые награды получили 23 участника грандиозного события, которое прошло на площади Куйбышева 7 ноября прошлого года. Среди награжденных – герой Советского Союза Владимир Иванович Чудайкин. В 41-м ему было 16 лет. Он хорошо помнит демонстрацию на площади, как гудела техника, как пролетали самолеты. Признается, все свои награды хотел бы разделить с теми, кто не вернулся с полей сражений. Восстанавливаем в памяти свой боевой путь. Я вспоминаю, кто в танке со мной сидел, кто бежал за танком. Я считаю главным победителем Великой Отечественной войны тех людей, кто сложил свою голову на полях сражений. Вот они являются главным победителем. Памятный знак участникам парада памяти вручил губернатор области Николай Меркушкин. Глава региона особенно подчеркнул значение парада памяти для патриотического воспитания молодежи. Мы должны на это ориентировать молодежь, подрастающее поколение. Люди знали правду, люди знали о героях, люди понимали, сколько было положено жизней и каков был труд вложен для того, чтобы мы победили. Восстановить историческое событие в Самару в 2014 году прибыли делегации из 12 регионов Приволжского федерального округа. Всего в параде 7 ноября приняли участие более 5000 человек – кадеты, студенты, военные, волонтеры и ветераны Великой Отечественной. После проведения Самарскому параду памяти присвоен новый статус. Наш проект получил высокую оценку не только жителей Самарской области. Положительные отзывы об этом, о прошедшем событии были озвучены и руководством страны. Было принято решение придать статус нашего парада, статус федерального партийного проекта. Награды получат и остальные участники парада. Всего изготовлено 6000 памятных знаков. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, «События».